вышел из себя во время нашей последней встречи. Это прискорбно. Обезьяна гадкая. Это противозаконно. Я знаю, просто мой... Денверский омлет? Да-да-да, с майонезом. Конечно. Спасибо. Просто мой друг расстроился, и ему показалось, что он заколол вас. На самом-то деле, конечно, нет. Продолжай. Дело в том, что... Я случайно наложил на него заклятие вечного безумия. Ну и очень глупо. Знаю, я не нарочно, понимаете? Вы очень небрежны. Да, так нельзя. На мне были защитные чары, ясно? Они рассеялись, когда вы ко мне прикоснулись, но вы не сможете напасть на меня. Даже не пытайтесь, у вас ничего не выйдет. Вообще-то я спросить хотел, могли бы вы найти в своем сердце милость и позволить ему сегодня прийти на поле боя? Он любит Саирв больше всего на свете. Он еще ребенок, но у него сердце льва. И глаз тигра. Еще кофе? Мне, без кофеина. Туда же. Коли он столь храбр, почему сам не показался здесь? Или ты, вассал, будешь за него сражаться? Он не ведает, что я прошу за него. Он... слишком горд. Ну, хрен с ним, пусть этот засранец приходит. Ничего у них не выйдет. Ну что? Скажи господину, мы допускаем его сегодня. Спасибо. Спасибо, великий король.